Юбилейный 15-й областной фестиваль «Карусель Московии» завершился традиционным гала-концертом. Победителей и лауреатов конкурса исполнителей русского народного танца наградили в торжественной обстановке в зале Дворца спорта «Триумф». На празднике побывали и мы. Соревновательная часть фестиваля позади. 18 лучших коллективов, которых накануне отобрали члены жюри, выступают на большой площадке. Гала-концерт «Карусели Московии» – это настоящий праздник русского народного хореографического творчества. Высокая культура, высокое исполнительское мастерство, очень много коллективов, очень хороших. Я очень довольна, что мы проводим такой фестиваль прекрасный. Все мы счастливы, что увидели друг друга, что видим, что радуемся нашей культуре. «Карусель Московии» проходит один раз в два года на базе Люберецкого дворца культуры с 1995 года. Главная цель этого фестиваля – не только повысить уровень выступлений танцевальных коллективов Подмосковья, но и сохранить культуру исполнения русского народного танца. Танцы – это наш генетический код, это наши традиции, и очень приятно видеть на сцене такое большое количество коллективов, детей, то, что дети это все впитывают благодаря педагогам, которые в них это все вкладывают, благодаря родителям, которые на все это находят время, терпение. Выступления участников фестиваля-конкурса проходили в двух номинациях – среди коллективов учреждений культуры и дополнительного образования. В каждой из них призовые места распределили по четырем возрастным группам. В этом году кубки и памятные сувениры украшены праздничной символикой, посвященной 400-летию Люберец. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.